9 километров, 900 метров. Крутой поворот налево. Сегодня вот в очередной день собрался на рыбалку, еду. С гаража машину выгнал, было минус у нас 20. А вот чем ближе к реке мы добираемся, тем ниже и ниже температура. И вот пока остановилось минус 27. Какая рыбалка получится, не знаю. Но хорошо, еще с собой прихватил палаточку. Есть у меня там татонка, горелочка лежит в рюкзачке. Сейчас приедем, расположимся, ну и посмотрим, как же у нас все будет происходить сегодня в такой дикий холод. Ну ладно, а пока только едем. Едем, друзья. Шанва поле в озерушках, там гуляла суденушка, сосновый клёп за дубовый дом, не чурайся моё сердце. Все скворчит, журчит, да? Капитан, улыбнитесь, ведь улыбка это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря.
Всем, друзья, привет и доброго здоровья. Сегодня мы на реке Китат. Видели вы, что 27 градусов у нас сегодня. Показало там в машине, холодно очень. Палатку поставил. Приехали половить ельца. Елец нам нужен на жилице, поедем поставим. Попробуем половить щук. Ну и посмотрим, будет он у нас клевать или не будет. Закинул удочку одну, поставил на стоячку. Одну трясу. Ну и поглядим. Очень холодно сегодня. 27 градусов. Но народ это не пугает. Народ приехал. Народ ловит. Я уже натаскал рыбу, блядь. Есть контактик. Есть контактик. Ну и что? Вот так вот. Седым, лавым складом. Холодно сегодня, друзья, на улице. Морозяка 27. Но тем не менее есть маленько отзываться. По чуть-чуть. Вот здесь что-то. Это. Нет, никто. Обманул. Мальчишечка. Мальчишечка. Налимов съездить тоже поставить поставки. Ну что тут на эту трясешь, все более-менее что-то
взывается, что-то поставил, стоит глухо, как в танке. Что такое у нас? Сбивает снегом, и все, и... Ну, давай. Мучуш. Так вот народ ходит, бурит, ищет. Народ ходит, бурит, ищет. Вот сидим уже часок. Так отзывается помаленьку. Вроде за кости приводил. Когда в пивную он входил. Сковородочный. На сковородку. Мы, наверное, прибегнем к нашей печке. Вот такой вот называется Татонка. Такая вот она вот. Сейчас я разожгу, и с ней все равно будет теплее нам, чем мы будем мерзнуть. Поставим ее вот здесь вот где-нибудь. Запалим ее сейчас. И пускай она нам дает тепло. А то так что-то прохладненько у нас тут. Сегодня некомфортно, холодно. Сюда вот ее воткнем. И пускай она потихоньку горит. Использую ее, когда холодно у нас. Ее поджигаешь. И все, в палатке хорошо, тепло. И, как говорится, мухи не кусают. Называется Татонка горелка. Так вот у нее сопла расположены по кругу. И вот когда поджигаешь ее, внутрь наливаешь спирт. И когда она загорается, уже середина не горит, а вот через эти сопла выходит огонь. Ну, сразу в палатке стало тепло. Поджег вот ее. Говорю, на дворе у нас 27 градусов. Разжег ее. Вот она горит. В палатке сразу комфортно. Вон там уже солнышко зашло. Рыболов вот сидит. Снова рождественки рыбу ловит. Поймал уже маленько, да? О, вытянул бычка, или как он называется? Бычок. Бычок, ну. Он часто здесь попадает. Попадается. Он живца тоже ловит на жерлице. Там народ сидит. Там он костерчик растопили уже люди. С
избушка наша стоит тут такая. И мы в ней рыбачим. Ловим живца. Ну, скажу, с обогревающим элементом веселее намного. Тепло, хорошо. Уже я расстегнулся. А то что такое? Мерз. Холодно что-то, холодно. А так вообще здорово. Опаньки. Вот такой ельчишка выскакнул. Называется помаленечко. Отклевывает. Рыбка есть, камеру посмотрели с вами. Присутствует. Вот она, наша рыба. Пришла. Стоячку клюнула. И пуха. Ну, а здесь что? Иди в баночку. Опаньки. Вот такая вот выскочила. Колбасень. Тоже иди в баночку. Вот так вот, ребята, я рыбачу сегодня на реке Китат. Поклевывает. Вот на это что-то что-то шевелякало. Опаньки. Вот она. Роднулька выскочила. Иди в баночку сюда. Так вот и ловим. Сорванец. Ну что, друзья, вот такая вот рыбалка прошла сегодня на ельца. Наловили мы вот такую вот банку его. Одну. Вот такую вот, вот банку вторую. Поймали нашего живчика. Татоночка догорает у нас. Ну, я, наверное, буду сматывать потихонечку удочки. Поедем домой. Хватит. Куда его столько? Не хватит. Еще раз ездим, порыбачим.
Днем посидели мы. 2 часа половили. 2,5, ну, вернее, уже 3. Сейчас пока соберемся, будет 3,5. Ну, тем не менее, ельчик поклевывает, отзывается. А мы будем готовиться к другой рыбалке. На щуку, наверное, поедем, съездим, жилички поставим, попробуем порыбачить. Ну, как со временем будет. Все, печка наша прогорела. Печка наша прогорела. Сейчас я вам покажу. Втаяла, правда, сюда вот маленько, но ничего страшного. Все, она потухла. Вот такая вот она. Так вот она выглядит. Вот сопла у нее тут вот такие вот. С них у нас и идет огонь. Ну что, как успех безнадежного дела? Поклевывает, да? Вот. Есть ребеха. Ловится помаленечко. Помаленьку ловится. Там у ребят уже костер зажгли. Вот рыболовы. Побрастали свои снасти с рыбою. Сами пошли кушать, полить костер. Вон улов. Полсумки. Мертик. Да. Сальцо шкварчит, журчит, да. Рыба ловится. И все в порядке. Только с погодой сегодня холодновато у нас. Холодновато, холодно. А очень холодно. Но рыбаков это не пугает. Мороз сибирский. Ну ладно, рыболовы, давайте. Удачи вам, всего хорошего, клёво. Ни хвоста, ни чешуи. Поедем домой. Ну все, друзья, на сегодня рыбалка у нас закончена. Всем пока, всем удачи, всем крепкого здоровья, здоровья вам, вашим близким. Ну и, конечно же, до новых встреч.